Друзья, всем привет! Сегодня четвертый день, как мы путешествуем по Крыму, и сегодня мы решили взобраться на самую высокую точку в Крыму, гору Айпетрия. Путь туда нелегок, 35 километров такого серпантинчика тяжелого. Не все люди доезжают, кто-то останавливается, кого-то укачивает, но мы стойкие, мы хотим добраться до самой вершины. И знаете, по пути мы ехали, остановились, увидели классное озеро с золотыми рыбками. И существует поверье, тот, кто эту рыбку увидит, покормит, загадает желание, оно обязательно исполнится. Но мы придерживаемся такой тактики: на рыбку надейся, сам не плашай. И в очередной раз к нам приходит мысль о том, что, друзья, и в бизнесе точно так же. И вот сейчас Артём и Володя, как настоящие бизнесмены, расскажут, какое же совпадение с восхождением на гору в нашем бизнесе. Правда же, Артём? Конечно. На самом деле в нашем бизнесе, так же, как при подъеме на гору, существует несколько этапов. И каждый этап нужно преодолевать постепенно. То есть пока мы не достигнем там высоту, например, в 300 метров, мы не поднимемся на вершину. Нельзя сразу снизу скакнуть наверх. Так и здесь, да? То есть вы должны поставить себе вначале какую-то одну цель, идти к ней, достичь ее, может быть, на ней отдохнуть, как мы сейчас отдыхаем, набраться сил и идти дальше. Кто-то останавливается на первой вершине, ему кажется, что до самой высоты горы очень далеко, до самого большого успеха в бизнесе. Кто-то довольствуется малым, ну а кто-то, как и мы сейчас, понимает, что главная цель – это вершина, это конечная точка, ну а для этого нужно преодолеть большой путь, нужно много трудиться, нужно много действовать. Много сделать шагов, да? Восхождение на гору, оно всегда происходит, да, с нашими шагами. Точно так же и в бизнесе. Если мы не будем делать каких-то простых шагов, мы не окажемся на вершине. Друзья, помните, что любой путь сопровождается с рядом неудач, да? И есть такой закон Паретто, который гласит 20 на 80, да? Где все ваши 100% усилий, из 100% усилий 80% это будут ваши неудачи. Неудачи, которые будут сопровождать вас на всей протяженности вашего пути. И только 20% будут двигать вас вперед. Не бойтесь отказа, потому что нам ежедневно, каждый день, несмотря на то, что у нас есть результат, есть уже опыт, отказы, но на этих отказах мы становимся сильнее, мы просто понимаем этот закон Паретто и понимаем, где эти 20%, которые нас будут двигать дальше. Вот, поэтому, друзья, мы остановились, мы, конечно, любим загадывать желания, да, верить всякие поверья, но мы не надеемся на золотую рыбку, мы надеемся на свои силы, на силы нашей команды, да, и будем сейчас восхождение дальше, и вторую часть нашего видео мы запишем уже на самой вершине. Я думаю, всем вам будет интересно. Да, так что оставайтесь с нами, следите и действуйте. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Олеся Селезнева. Увидимся, пока. Пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.